Доброго дня, доброго вечера, доброго утра, у кого как. Сегодня мы идем на озеро, на какое пока сказать не могу. Сейчас 6 час, 5.20 где-то, 5.20 утра, 15 апреля 2023 года. В этом году я еще не ловил сороги. Может быть, сегодня что-то поймаю. Да, сейчас пока я жду товарищей. Алексей с Андреем уже едут. Ну, а там уже решим. То, что мы выйдем из города, это однозначно. Сейчас минус 7. А днем обещают плюс 6. Давление сегодня высокое. 700, почти 80 миллиметров. Ветра на данный момент практически нет, но к обеду обещают порывы до 8 метров. Но это все прогноз. А мы будем посмотреть. Пока что небо чистое, как вы видите. Солнце уже встает. День у нас все длиннее и длиннее. Скоро весна, скоро начнется летняя рыбалка. Я уже буду готовить машину к летним поездкам. Мы прибыли на место стоянки. Здесь аншлаг сегодня на озере. Будем думать, куда поставим. И вот мы на Слободском. Эх, Андрюха, скажи, что ты не подготовился сегодня. Нет у меня стопок. Стопок нет? Потому что мы не пьем. Не пьем. Вот такую сороженку сегодня половим. Так вот мы и катаемся целый день. Нас катает сегодня Андрюха. Не растет кокос, сорога не ловится. Я думаю, надо обратно возвращаться на сорожье место и ждать. Покатались и будем. А вон там что-то люди не разбегаются, да? Вон, смотри. Вот. Началась трудовая рыбалка. Вот мы ходим, шуруповерт показывает, сам понимаешь. Он через, сам показывает. Он через три оборота уже миг. Вот. А это вот Леха истребитель. Истребитель фроса, да, сушит рыбу.
Почему-то мелочь цепляется исправно, а крупный крупняк почему-то сходит. Это не сходит. Ладно, воронам. Просто ради интереса, сколько поймается, блин, этой мелочи. Кто-то подошел, скромничает. Заметь, я тебе давно уже это намекал. Я тебе говорю, перерыв. Перерыв. Лёх, я говорил перерыв? Он чё? А он со мной не хотят сотрудничать? Уйти на перерыв. Тут сразу же ловит, что-то придёт. Вот. Бегал сюда. Не повторяется. Лед трещит под нами. Ладно. Не хочешь, подойду попозже. Я попозже подойду. Попозже. Что такое-то? Здесь никто не хочет сотрудничать. Ладно, посмотрим, может там и не на что сотрудничать. Да нет. Мяса им хватит. Должны съесть. Не хочет здесь сотрудничать с нами. Нифига себе, Леха там сорожину поймал. Ух ты, блин. Такая даже в кадр не влезает. Убегает, убегает. На стоячку он сидел, носу ковырялся. Да. Что-то было, я прозевал, извините, товарищи. Ну, вот он, что-то такое. Наверное, отпускать придется или бросать воронам. Такие, кар, кар, хотим, хотим. Ну, что придется воронам отдать. Что делать? Вороны тоже кушать хотят. Но у них удочек нет. Что-то было, что-то было, что-то было. Блин, да что такое-то? Чуть побольше. Подошли опять детский сад. Где ваши воспитатели? Куда они смотрят? Вот, может,
воспитатель. Вот это более похож на нас. Но это все равно, это просто из старшей группы. А где воспитатель? Воспитатель. Леха все таскает и таскает. Нифига, Леха, молодец. Высидел. Тут все вот такие, а у него ухо. Чего нету? Да, Леха, так нечестно. Не пьешь, а ловишь. Вот так. Камеру включишь? И клёва нет. Вот Андрюха переместился за лёгкой. Тоже стал дербанить что-то. Рыба пошла по кругу. И у этого красненького будущего комарика. Ну, у этого комарика никакого будущего. Потому что я его подсадил. О, далее я еще до дна не опустил. У него уже что-то схватилось. Поэтому я прозевал. Опа, 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 опа. Что-то такое. Опа, опа, опа. О! Андрюха, это же неплохого поймал. А? Не, она. Нормально, чистый окунь, без допинга. Да, повторился. Вот Андрюха не может это самое без этого, без татарского языка. Леха не выдержал, Леха не выдержал. Что-то тут такое. Что-то тут меня тревожит, тревожит. Окушок в заглот. Thank you.
таксы таскает из этой лунки, а в ту не пускает никого. Да, нельзя, говорит. Надо, наверное, сюда просверлить. Я уж начал сверлить, так вот сюда и просверлю. Это, конечно, не под жопой, но рядом. Опять тащит что-то. Не было, и ты вообще перестал. Дерьмо. Леха, как ты такого цепляешь-то, блин? Нет. Опарыши, которые в деревню даже ездили. Холодильник хороший, сохраняет опарышей до конца. И в этом тоже нету. Андрюха, вот на той, где я вытащил окуня, там внизу червь. Но попалось это самое на этих, на опарышах. Попили чайку. Может, и у рыбы перекур закончится. В конце концов, может, еще что-нибудь попадется. Все же нам за нее. Кушать, пить. Что там есть? Вот. Тут дофига чего есть. Плюнем и забросим. Сегодня я загорю опять. Сегодня я загорю. Андрюха опять там не ущербанит. Ну, клюет это тоже хорошо. Интересно же, веселее, когда клюет хоть что-то. Пойду я перенаживлю, наверное, удочки. Может, лучше будет.
Что-то было. Что-то было. Видите, видите? Там кто-то прилипает. Это, наверное, ёж. А кто же еще больше-то? Кто же еще меньше, в смысле? Прилипало. Вот опять выключена была камера, достала куска трудового. Вымочил его. Будем надеяться, что он тут не один. Где твои друзья? Где твои родители? Где? Вижу, кто-то подошел. Осторожничает. Ага, попался браконьер. Я-то? Да, одного поймал. Только на Слободском Санька поймал сегодня двух. Почему двух? Ну да, так-то да. Он Алексей поймал одного очень хорошего. Ну у него сороженка такая неплохая. А у меня и пол. У Андрюхи вообще он завалил, блин. Он все собирает, все. А такого Санька только что поймал. Молодец. Респект и уважуха. У нас с тобой Counter-Strike. Оп! Вот Санька на камеру. Оп! Опа! Тетя Люся говорит. Ты неплохой, да. Привет, тетя Люся. Привет, тетя Люся, да. Гости всем. Да. Пойду к Алексею. Ой, елки-моталки. Надушил-то. Вон надушил-то, но кабанчик один есть. Приличный. Молодец. Что, Алексей, как? Впечатление от озера? Отлично. Погода, да, шикарная. Весна дышит, но рыба не очень. Ладно, мы еще посидим. Всем пока. Давление, наверное, немножко спало. И рыбка немножко приподнялась. Сейчас только что кто-то пытался, как, пытался. Дал, да? Да. Тихо. Только в руку. Окей. А что говорить? Ну, наверное, да. Тут пришел корреспондент. Шрайбикус. Из местной газеты. Слободская жизнь. Да, жизнь слободская. Говорит, у вас клюет. Я говорю, так иногда подходами. То туда сбегаю, подойду, то туда сбегаю, подойду. Да, да. Он занял тут всю акваторию. Да. Вон удочка. Раз, два, три.
4. Да. Ну, там, наверное, штук 10. Я спортсмен, да, я спортсмен сегодня. Да, сегодня последняя у меня зимняя рыбалка. Не зарекайся. Ну да, они еще могут меня куда-нибудь уговорить, конечно. На смерди мы сейчас гоняем. На смерди. Следующие выходные, а что, почему нет? Тропа есть. С шашлыком? Ну, господи. Леха, будет шашлык? Следующие выходные Санька зовет на смерди. Лед-то еще, ого. За раками. За черепахами. Ну, ладно. А кто кого поймает. Всем привет огромный. Пока. Ой, гнет. Опа. Не зря я ставлю 4 удочки. Ставьте, кто вам жалеет, ставьте, ребят. Потому что я жду. Опа-опа! Да, такой. Нафига стоп, если сразу клюет? Мелочь. Ай, блин, Андрюха пригнал мелочь своим телефоном, смартфоном, съемками своими. Че молчим? Че не работаем? Вот. Никого. О, что-то
больше. Ну, и ушло. Кого-то там тащил. Эти удочки пока ничего не ходят. Вот, нормально что-то нравится. Ну, я одну уже пойму. Как-то сразу же на ту мормышку, на которую ни одной еще не поймал, на нижнюю. Ну, сейчас запутало мне. Сейчас я подсажу. Так вот, да, хочешь сесть? Ловим с Лехой. Дружно так. Я тут поймал 3 сороженки, 1 окушка. Дальше у меня удочка запуталась. Бардак. Так, уже видно новых опарышей. Чудо. И ждем чуда. Наверное, тех изловили, которые мы еще стреляли, пошли, да? Это только искать, Это тоже на 2 удочки. Самый честный Саша. Подойдет непонятно как. Лучше что-то там сбило. Даже залет пытается зацепиться. Удивил справа. По боку. Браконьер. Ну,
совсем перестало. Только ерши. Андрюха только там дербанит одну за одной. Хватает. Ну что, время 16:30, полпятого, как говорит Андрюха, не клевало и совсем перестало, и мы решили, что мы, наверное, будем собираться, да, Леха? Да мне все равно. Вот, Лехе-то все равно, а нам-то еще ехать. Кого там видал? Да. Продолжает. Эти бабай тут слюнтяй, блин, да колебал уже. Уже не знаю, как от него избавиться. Вот у Андрюхи дуплеты пошли, когда мы домой собрались. А у нас так тут исправно клюет ерш. Да. Так что вот так. Это какая-то... Не, какая-то... Это был последний акт. Такт. Да. Время без 26. Мы возвращаемся наконец-то, да? Вот. Уезжаем. Все. Сорожки наловились, а кушков поймали. Ну и ёршики были. Все, пока-пока.